Привет, вы на канале Сансаныч ТВ. Сегодня мы открываем Happy Meals Смурфики. У нас есть 4 коробки Happy Meal. Тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Вот такие всякие. Ой, выпадают соки. Вот такие всякие смурфики. И мы сейчас будем их открывать. Первая коробка. Вот это. Что там попалось? Какой смуфик синий? У нас синий какой-то смуфик. Да. Какой-то домик такой. Мы сейчас будем его открывать. И первый смуфик у нас синий. Синий домик такой. И вот есть такая фишечка, как с каким-то чуть-чуть таким недовольным смуфиком. Сзади можно отсканировать и поиграть. Две фигурки. Вон там Саша нашел что-то разрисовывать. Одна первая вот фигурка. И вот вторая. К сожалению, я не знаю имен этих смуфиков. Ты знаешь, Саш, как их зовут? Вот такие два у нас смуфичка. И покажем домик какой здесь. Вот здесь что-то разрисовывать можно. Вот такой вот домик. Окошко здесь есть. И такая классная крыша, коробочка. Это сам гриб. Грибок такой. Очень красивый домик у смуфиков, да, Саша? Да. Первый есть, Саша открывает второй домик. Желтый. Саше попался желтый домик. Откроем и посмотрим игрушку. Открывай. Доставай. Кстати, если соединить вот эту крышу с этой крышей, вот эту внизу, а эту вверху, будет украинский топ. Так, есть у нас тут веселый уже смуфик, там был синий, какой-то злой. А этот уже веселый. Вау, тут уже новая фигурка. Здесь уже какая-то стрекоза и вот такой вот смуфик. Две фигурки и домик. Так, вот сюда оставляем окошко и такой домик с желтой крышей. Очень красивенький, хорошенький. У нас уже 2 домика и 4 фигурки. Вот такие хорошенькие фигурочки. Дальше Саша открывает. И нам попадается третий домик с зеленой крышей. Уже домик. Посмотрим, что здесь за игрушки такие. Попались какие фигурки будут у нас тут. И какая фишечка, да? Такая девочка, смуфик, удивленная. Так, в пакетике 2 фигурки. Фигурки такие хорошенькие. 2 такие фигурки. Художник и девочка, смуфик. Домик зеленый. С зеленой крышей. Такой приятный цвет. Красивенький домик. Вот так вот первый с этой стороны. Что там еще? Наш последний домик будет какого же цвета? Раз, два, три. Оранжевый. Такой оранжевый домик. Какие же там фигурки. Смуфик я уже вижу тут веселый. Сейчас откроем, посмотрим. Да, Саша? Да. Что там за домик? Давай, доставай. Да. Вот тут заяц есть. Фигурки. Заяц. Такой пушастик. И смуфик спортсмен. Он отжимается на одной руке. Такие красивые фигурки. Крыша такая яркая, оранжевая. Домик вот наш и крыша.
И у нас 4 домика. Друзья, нам попались такие прекрасные 4 домика Смуфика, такие разноцветные крыши. Очень-очень мне нравится. Тебе нравятся, Саша, эти крышки? Да. И по 2 фигурки. Вот у нас есть стрекоза, зайчик из животных. И остальные это у нас смуфики. Кто-то вот скрипач, кто-то вот стоит себе, кто-то отжимается тоже, да, вроде. Художник, девочка смуфик и тоже отжимается смуфик. Вот такие прекрасные 4 игрушки у нас. Также есть вот такие фишечки, сзади которых там можно отсканировать какой-то код и там говорится, что делать. Это в смуфика, наверное, надо сканировать. И можно поиграть на айпаде. Ставь лайк и подписывайся на канал Сансаш ТВ. Пока-пока! Пока! Мы еще будем распаковывать игрушки. Оставайтесь с нами. Пока, друзья! Пока-пока!